Дякую. Музика. Ну, ребят. Слышно? Музыку, диджей. Ну, наконец-то мы пришли на свадьбу. Анахну не дабер Руси, ты же мунахир ми Русия. Не краба еврей, цедр, читаю, каха. Мы будем говорить по-русски, читать на иврите. Мы умеем читать на иврите. Вот такая заминка, так что и все хорошо кончилось. Это действительно подарок. Подарок природы, да, этой паре. Я когда разговаривал с Филиппом насчет свадьбы, спросил, что вы хотите передать, церемонию, ритуал. Зачем вы женаты? И к моему удивлению Филипп сказал такие душевные слова. Когда Филипп душевные слова, это... Вы знаете, да? И он сказал бы серьезно, я даже сказал, очень просто, процитирую, да. Доброту, благодарность, любовь всем приглашенным. А кто приглашен? Посмотрите вокруг, да? Все самые близкие, дорогие этой пары люди.